Типа тебя пока в кадре нету сначала, да? Так вот. Здравствуйте, дорогие друзья. Подвиг заново. Ара-ра-ра-ра-ра. Раз-два. Раз-два. Ты типа сейчас вот это вот, да? Да сдуйся. Да ладно, начинай. Качок тоже у меня. Вот вы нас и так уже поженили, да? Мы же пара. Да, ребята. Да, да. Это, конечно, читаем ничего, комментарии, удивляемся. Ничего нового. Ничего нового вы про нас не можете сочинить. А мы, между прочим, находимся в Париже. Очень город любви. Город любви, поэтому, знаете... Блин. Но на самом деле мы ждем вафли обожраться, как всегда. Вышли в четвертый раз на пляж. Кто в третий? Да, я в четвертый. Поплавать, позагорать. Там сейчас у нас Надюшечка ждет с Олегом Николаевичем. А вот так, подожди, вот стой так вот, наконец. Вот так вот, подожди, встанем, и я напишу: мы в городе любви. Париж, это город любви, да? Да. Иди сюда, встань. Париж был виден. А то ишь, чтобы зря не писали бы. Что? Чтобы зря не писали, нужно немножечко подпитывать людей. Сначала, я помню, писали про Кантемира, что ты его родственник. Я писали, что Кантемира сын. Сын, потом Кантемира брат, да. Потом племянник. Сейчас, сейчас перекинулись на Хизри. Да. Больно, ошибка, говорит, похож на Хизри. Брат, ну, а в итоге сошлось, что, оказывается, Артем — это мой парень. Но большинство людей спрашивают, кто это такой, откуда он взялся? Его никогда не было. А мне пишут, да, по всей видимости, любовник Макса. Макс, тебе не можешь подарить новый телефон. А, да-да, я не могу им подарить новый. Без бля. Уже надо что-то новенькое придумать. Что-нибудь, ребят, да, покреативнее что-нибудь, пожалуйста. Вы же все люди умные. Уже и с Самвелом сравнили, и все. Ну а с кем еще, понимаете? А что с Самвелом кто? Ну, типа, вот у них там пара, и у нас пара сложилась. Ну, что, у Самвела пара, да? Наверное. Ай, не могу. Уважаемые дамы и господа, сегодня будет торжественный заплыв, заныр. И всякая буль-буль. Что там она слушает? Какую-то музыку ужасную. Туда идем, да? Ну, туда пошли. Олег Николаевич сказал, идем туда. А походка? Что с походкой-то? Евзера пойдет. Да нет, это больше похоже на какого-то странного человека. А вот здесь заходить, вот здесь хоть хорошо заходить. Вот там, а вот здесь нет разницы? Ну, здесь очень много волосатости, не люблю. Вот прям там. Волосатости? Да. Волосатость, это крутонит. Это тут мы опять в конце Массандровского пляжа. Здесь более-менее места есть. И посмотрите, какой вход приятный. Я имею в виду, вот как я. Сразу надо вот так. Давай. Оно уже включено, имею. Ну, я вижу, вижу. Приближать ничего не надо. Ну, хоть приближай пальчиками, так раздвигай, сдвигай. Ух, шиканизм, да? А, немножко коленочки, коленочки. Вот. Нет, по колен, по колен. Борьба с вегетососудистой дистонией. Давайте, давайте. Ты можешь комментировать, у тебя хорошо получается, Олег Николаевич. Не груди трем, а ноги. И между. Как между? Да, вот. Подожди, или здесь, или здесь. Давай уже определить. Я сказал вот так, вот так, вот так, вот. Умываемся, нет? Нет, умываемся. А? Ты чё, брат, не надо. Механизм. Раз-два, раз-два, раз-два. Кстати говоря, холодно. Нет.
как голодно. Не, вы ты в воду сядь. Солька пусть работает. Йоды, соль. Все работает. Так. Все гениталии промываем. Артем, Артем, принеси ему гель для душа. Гель для душа ему принеси, пусть помоется. Гель для душа принеси, помыться. Хорошая. Мочалку подашь? Мойся так, трусами снимай. Трусами? Хорошо. Да. Да можешь, в принципе, уже не снимать. Хорошо, постой. Ныряй, Максюш, нырни. Камушки полезли. Нырни, Максюшечка. Да, ну как? Сестра Пелагея одна. Сестра Пелагея. Снимай меня. Чей мальчик потерялся? Мальчики. О, что-то затратил. Смотри. Это, наверное, в песок укатывать от этих галет. А, печатаю. Что это случилось-то? Встань на фоне обезьянки. Вот так руку сделай. Левее. Нет. Стоп. Вот так. Сделай руку. Так начинающие блогеры. Да. А? Камни, что там можно наблогить? Не знаю. Что-то рассказывали. Точно все в ядре. Я так обожаю, ребят, посмотрите. Начнем с пирожных. Во-первых, аджика сверху с вареньем на любой вкус. Во-первых, десерты. Президент. Муравейник классический. Наполеон шоколадный. А Наполеон домашний. По 120 рублей. По 85. Салатики по 80, по 85. Овощные с яйцом, оливье, морская капуста. О, боже мой. Ну, естественно, банановый мустер. Мясу по 130. И поехали. Мясные блюда. Кабачки с тимьяном и степивная из свинины. Курочка в медовой корочке. Тилапия, шницель. Цены сами смотрите. 145, 195, 5. Котлеты с моцареллой. Курочка бедро жареная обычная. Рыбка семга на пару 280. Просто домашние котлеты. Просто вот на любой вкус. Гратен супчики, куриный, грибной, украинский, сырный, с фасолью, окрошка на квасе, на кефире, харчо, компотики, все понятно. И что взял я, давайте посмотрим. Я взял котлетку с моцареллой и грибной супчик и узвар. Картошка под сыром, с томатом. Там есть курочка? Курица. А это что? А не лопнешь, деточка? Я счастливый человек.
организм растущий. Ну и булочки, сладости. Особенно синабон. Синабончики, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не буду, я держусь. Я сильный, я справлюсь. А это не со вкусом жвачки. Трубочки какие-то сластёные. Печенье американо. Ну, можете вместе все считать. Где моя волшебная 1000 рублей? Волшебная тыщенка? Да, где моя волшебная тыщенка? Рогалик с абрикосом меня очень смотрит на меня, вот, подмигивает. Все? Да. Ну давай, я тебе дам. Вот вдвоем на 845 рублей. Гуль-г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 уль. Всем привет, дорогие друзья! Ну что, все эти пляжные прелюдии и интрижки мелких наших хейтеров мы опускаем сегодня, потому что сегодня день совершенно другой. Сегодня торжественный день, и я не могу поздравлять его серьезно. В общем, сегодня день рождения нашего, моего любимого горячо друга. В названии, конечно, мы немножко хайпанем. Вот. Но теперь попытаюсь сейчас, конечно, что-то посерьезничать, поумничать, понимаете, все-таки. А несмотря на то, что возраст, разница в возрасте у нас практически вдвое, это практически сын, ну, как минимум, младший брат, у нас что-то вот вместе вот почему-то вот свела судьба, так вот сложилось, не знаю почему. Не знаешь, почему? А мы похожи, мы брадовки. Вот. Но я вам хочу сказать, что дружба существует между абсолютно разными, возрастов не имеет. Поэтому он как-то мне сказал, что он дорожит нашей дружбой. Это взаимно, я тоже дорожу, потому что сегодня я уже говорил там в одном поздравлении, что более доброго, отзывчивого и всегда приходящего на помощь человека я не встречал в таком молодом возрасте, потому что молодежь, она такая ветреная. Вот. Но, конечно же, это все вранье, все, что я сейчас сказал, потому что это гадкий, мерзкий человек сейчас скажет все свои недостатки сам. Скажи, пожалуйста, у тебя есть недостатки? Естественно, есть недостатки. Ну, слава богу, значит, хороший человек, все. Вот. Но я могу про них, конечно, рассказать, но не сегодня. Тём, я тебе желаю на самом деле счастья, здоровья, удачи. И, в общем, я желаю, чтобы ты был немножечко посерьезнее. Нет, посерьезнее. Ты так, на самом деле, серьезный. Для своих лет ты серьезный. Вот. Но чтобы ты таким и оставался, чтобы ты сохранил свою вот эту вот доброту, особенно к животным, даже к кузнечикам, и тараканам, и паучкам всяким, которых ты изучаешь. Спасибо. Да ты не спасибо, это подожди, еще рано, еще до тебя речь дойдет. Вот. Я сегодня, кстати, у твоей мамы недавно был день рождения. Кстати, я ее тоже поздравляю еще раз с днем рождения. И с днем рождения тебя, Аболтуса. Вот. И вот у нас есть общее, потому что я слышу, как ты с мамой всегда. Бла-б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 ла. И я тоже у нас это общее. Да, да. Это мама. Ну да. Это святое. Вот, поэтому, ну что я могу сказать, друзья, единственное, что я могу, что мы можем сделать в его день рождения, это, конечно же, подписаться на его канал. Ссылочка. Самый лучший подарок. Это лучший подарок. Давайте добьем до десяточки, ну и хочет человек. Посмотрите, как активизировался он сейчас здесь на югах. Понимаешь, смотрит на меня, и рука сама чешется монтировать и монтировать. Я уже гулять никуда не хочу идти. Говорю, я монтирую. Поэтому давайте подпишем. А, да, у него совершенно неинтересные влоги. Это вообще не важно. Но вы подпишитесь, главное. Дубль два. Не важно вообще, о чем он там снимает. Скучно, не скучно. У меня тоже было скучно. Вы, главное, подпишитесь. Он не подведет. Если что, придет на помощь. Ой, все, хватит говорить. Спасибо большое. Да? Все, на 3 минуты наговорил, на 3 минуты, дорого. На трешечку. На 3 минуты наговорил, все. 3000 отработал. 3000, да. Ну, сегодня мы немножечко отметим, может, даже что-то подснимем, там, может, не знаю. Немножко хряпнем. Обязательно. Нет, у нас теперь новое слово квакнем. Квакнем, да. Это мама Лоры Сибирячки. Квакнем. Квакнуть. Обязательно. Обязательно квакнуть. Так что с днем рождения, Артём. Друзья, я всех заранее вас благодарю за ваши уже начавшиеся поздравления. Если будут там. Уже пишут в комментариях, поздравляют.
пишут во всех социальных сетях. Спасибо вам. Пусть вас Господь Бог бережет. Здоровья вам, сил в наше нелегкое время. Спасибо. Берегите Живем. Себя. Дальше. Берегите себя и своих близких. И не слушайте никого. Верьте тому, да, что только... то, что сердце ваше подсказывает. И то, что мы говорим с Максом. Ну, мы просто тоже немножко можем сказки рассказывать. Ну нет, честно говоря, у нас честные каналы. Без скандалов, без интриг и без расследований. Терпеть этого не могу. Вот даже вчера пытались меня столкнуть с каналом «Крым глазами». Местные, да. Мы потом с ними списали, все прекрасно. Да, они опоздали, все. Да, я не смог дальше ждать. Ничего там страшного нет. Они нас пригласили на другое мероприятие, которое, может быть, мы пойдем. Там сходка блогеров будет. Сходка. Поэтому прекратите нас сталкивать блогерами друг другу с головами, столбами, с кем угодно. Прекратите, это не получится. Это не те каналы. Вот вы выбрали, если вы хотите это сделать. А мы вас всех любим, обнимаем, приподнимаем, целуем. Короче, все делаем. Пока-пока-пока. Ох, как сказал.